Сегодня вместе с вами будем готовить простой, но очень вкусный обед. Нам нужен картофель, масло, соль, итальянские травы. Для начала картофель режем крупными кусочками. Картофелю добавляем соль, приправы и растительное масло. Выкладываем на противень. Отправляем в разогретой духовке запекаться. Запекаем до золотистой корочки. Для салата нам нужно свежая капуста, морковка, огурцы, помидоры, зеленый лук. Для заправки нам нужно лимон, оливковое масло, смесь перцев, соль. Режем овощи.
Порезали все овощи, готовим заправку. Сока половина лимона. Косточки убираем. Масло. Взбиваем. Можно перемешать ложкой. Наливаем салат. Перемешиваем. Салат готов. Даем настояться 15 минут. Картофель по-деревенски и салат из свежей капусты. Вот такой простой и замечательный обед у нас получился. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии. Если понравилось наше видео, не жалейте, поставьте палец вверх. Желаю всем приятного аппетита!